сейчас. Вот, друзья, шумит океан. Так шумит, даже не слышно проходящих мимо автомобилей. Красиво шумит. Красиво шумит. Вы видите тут с нами Сашу и Ирину. Вы знаете их мерседесовские, этот самый RV. Да, это гиганты, гиганты путешествий на этих вот recreation vehicles, кемпингов. И они знают массу историй. И они знают все о ремонте вот этих recreation vehicles. Очень вдохновляющая картина, вот эти волны, как их океан гонит. Смотрите, красота какая. Да. Давайте поближе туда наведем. Продолжают волны, друзья, шустрить вдоль нашего Тихоокеанского побережья, оставляя разрушенными надежды людей с досками, которые норовят вскочить иногда. Но то им волна невелика, то пены много. Знаете, многие люди так эмигрируют. Все им что-то не то. Все в параллели с миграцией. Ну да, то волны нету, то, значит, прошла волна, то пена, а то там водоросли какие-то мешаются. И так вот они на этой доске всю жизнь и лежат. А другие вскочили и понеслись, вскочили и понеслись, вскочили и понеслись. Или вот тоже так на острове засядут и говорят, а нас и тут хорошо кормят. Подруг невесты и подруг невесты. Ну, наверное, им прохладно, ветерок. Ветрище жуткий. Тут прямо так все сносит, разносит. Я вынужден был вот с того места отойти, потому что там брызги такие, что даже когда вроде и волны нет, то в воздухе очень много капелек. Вот я отошел немножко и снимаю в ту сторону. Видите там как? Бу-бу! А здесь мирно. Относительно. Вот, друзья, лимузин. И что за радость в таком лимузине? Это прямо как сороконожка какая-то. Сюда можно роту солдат посадить и на свадьбу их отправить. Я, друзья, прикрываю спиной камеру от брызг, которые сзади летят. Ох, летят. Ой, ё-моё. Вы не писаете, я просто боюсь повернуться в ту сторону, чтобы мне объектив совсем не залило. Ну-ка, попробуем быстренько так. Раз, рвануло и попряталось. Еще одну попытку делаю. Волна хорошая сейчас. Главное успеть мне спрятаться, когда рванет. Пожарная машина, друзья, друг человека. Остановилась.
пароходе не просто так. И едет, да? А вот это, друзья, то, что неделю назад было пляжем, по которому мы с вами гуляли, на котором на песочке, на полотенчиках, на тряпочках лежали люди. Вот это все тот самый пляж. Вы скажете, где же пляж? Я вам отвечу, затопило его, приливом затопило. Мы здесь были часа на 4, может быть, на 5 позже. Вот, так затопило. А еще придем часа через 4, через 5, снова все это отступит и будет пляж. Вот такая правда жизни, друзья.